Просматривая инстаграм этой девушки, меня не покидало странное чувство. Я не мог понять, в чем дело. Вроде все понятно. Тусовки, друзья, кофе, сладости и обычная жизнь подростка из Лос-Анджелеса. Зовут ее Лил Микела. На данный момент у нее 3 миллиона подписчиков в инстаграм. И ориентировочно она зарабатывает на нем около 10 миллионов долларов в год. На контрактах с модными лейблами, такими как Шанель, Кельвин Кляйн, Прада и остальные. В 2018 году Лил Микела была названа журналом Time одним из 25 самых влиятельных людей в интернете, наряду с Рианой и Дональдом Трампом. В свои-то 19 лет. Но самое интересное, это то, что ее не существует в реальной жизни. Она – это вымысел и плод работы CGI-дизайнеров из компании Brat, которые и заколачивают миллионы долларов на своем детище. Она – это цифровая модель, которая имитирует реальную жизнь в Instagram с помощью своих создателей. И никогда не была человеком. Таких моделей уже десятки, как девушек, так и парней. И все они просто реально нереальные.